Атабай Ихсан представляет. Благочестие не исключает пользование благами Аллаха. Истинное благочестие можно совместить с наслаждением благами Всевышнего Аллаха. Благочестие выражается в воздержании только от запретного и нежелательного. Ученые сказали, делом мюрида является воздержание от запретного и сомнительного, а опорой всего этого является соблюдение скрупулезности в еде. Если употребляющий дозволенную пищу захочет совершить грех, то он не сможет сделать этого. Так же, как если потребляющий запретное захочет заняться служением Аллаху, то у него это не получится. Следует обратить внимание, что оставление разрешенного не относится к благочестию. В хадисе говорится, «Некий человек взял на себя обет соблюдать пост, стоя под солнцем. Посланник Аллаха, мир ему, повелел этому человеку, чтобы он укрылся в тени, сел и завершил свой пост. Пророк, мир ему, повелел ему завершить то, что является поклонением Аллаху, и отказаться от того, что не относится к поклонению. О, если бы соблюдающий благочестие, отказываясь от разрешенного, оставался бы в чистоте и сохранности. Увы, напротив, он становится грешником, потому что приписывает шариату то, что не относится к нему. Он убежден в предпочтительности одной вещи над другой, что является заблуждением. Решение шариата одинаково к обеим вещам. Пророк, мир ему, любил сладости, приготовленные на меду, ел мясо, особенно переднюю часть туши, лопатку. Ему готовили напиток, добавив в воду финики и изюм. Он пользовался мускусом. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик.